Так, здравствуйте, зрители моего канала. Вот решил немножко пострелять из ружья. Это самое. Так, сейчас мы вам там повесили мишеньку, попробуем в нее бахнуть пулькой. Посмотрим эффективность. Вот у меня три вида пуль есть. Сейчас глянем. Ну, каждым видом по разу и бахнем. Не, зачем на меня наводить? Там слышно, слышно будет точно. Давай. Вот ружье. Hudson Escort. Все, идем на огневой. Ну, сделали мы тут. Идем. Такой примитивный. Оборудовали мишеньку. Видно мишенька, да? Пуля. И произведем выстрел. Так, давай, Илюха, наверное, снимай на этот самый, да? Вот. Выстрел попробуем. Короче, эта гадость наполнена водой. Посмотрим сейчас, какой будет эффект. Мишень видно. Видно? Да. Готов? Да. Выстрел. Да. Ну как эффект? Не-не, не выключай. Подойдем поближе сейчас, посмотрим. Так, на меня своди. Ребята, винтовку разряжаем. Разряжаем. Видите, пусто, все. Сбрасываем и идем смотрим поближе. А я говорил, его разорвет. Да ничего, попаду, ничего страшного. Я говорил, разорвет. Ну да, вот давление. Вот давление, какое создалось. Охуеть. Видите, какой эффект при попадании. Класс. Вот вам разрывная пуля. Да, второй раз мишень не получится нам использовать, я подозреваю. Этой мишени пришел писец. Полный. Так, ребят, ну что, давайте в следующем видео мы попробуем стрелять другой пулькой. У нас целых три мишени, что все три расстреляем? Давай. Не, ну, в принципе, я хотел одну из арбалета расстрелять. Да какая разница, а потом с пулей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых видео. Все, ставь, пока.